Это у меня будет белый шоколад. В общем, делаю из овсянки или из соевого протеина, из орехов, из хоть чего. Беру, например, вот какой-то протеинчик растительного происхождения. Можно просто из сухого молока, из коровьего. Просто я не ем особо продукты животного происхождения. Вот делаю из такого растительное молочко любое, в общем, сухое. К нему добавляю какао, ванилинчик чуть-чуть, кокосовое масло, подсластитель, мед или сироп топинамбура, агавы, любой сироп. Ну, можно сахарный сироп, я просто делаю чуть пополезнее шоколад. Можно вообще вот такой простой способ сделать шоколад, обжарить муку, обычную муку белую на сковороде, слегка обжарить, у нее ореховый вкус будет. Так многие делают сладости. С ванилинчиком также вот смешать все, и будет дешевый вариант. И сироп, ну, сахарный сироп обычный, там вообще дешевый шоколад будет, хотя бы без маргарина. Ну, так вот.